Всем зрителям, подписчикам привет. Будем сегодня собирать теплицу под названием Легенда 3х10 под стекло на бетоне. Готовится основание. А мы потихоньку начнем собирать каркас. Каркас поставили, закрепили к основанию. Сейчас сделаем отливы. Параллельно кроем перегородку стеклом. После этого уже можно будет приступать к стенам. Видите стекла? А, они там есть. Стены покрыли стеклами. Сейчас идет подготовка для покрытия стеклом крыши. И параллельно режем стекла на форточные блоки. Работа идет. Все, покрыли мы тоннель стеклом. Осталось у нас сделать декоративные переливы, они же прижимные. И покрыть два торца и установить 5. Внимание, да? 5 форточных блоков. Это все не быстро. Но пока вроде все по плану идет. Работаем дальше. Подходит к завершению у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строим мы сегодня 2 дня. И вчера, сегодня и вчера. Теплицу Легенда 3х10 под стекло. Начинаются сумерки, заканчивать будем в темноте. Поэтому быстренько пробежимся. Стекла держатся с помощью профиля системы база крышка. Есть у нас перегородка стеклянная, дверь алюминиевая. Торец сейчас будет доделываться, тоже вставляться дверь. Стекла уже стоят. Каркас теплицы из профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. Также имеются диагональные усилители, пока 4 штуки, добавится еще штук 6, наверное, добавим точно. Также имеется отлив, прижимной уголок декоративный. Все начинает уже плохо видно. Будет 5 форточных блоков. 5 форточных блоков.